Здорово, домкраты! С вами Алексей Семилетов. Сегодня мы разберем с вами наиболее популярный вопрос в комментариях под видео. Как же разминаться перед шунгом в сет? Существует наиболее простой набор упражнений, которые вы сможете сделать без напарника, и при этом хорошо подготовить себя к шунгу в сет. Но давайте сразу обозначим, что данное упражнение при плохой гибкости мы начинаем с наиболее комфортного хвата, пусть он даже поначалу будет шире вашего толчкового хвата, и затем по мере роста мастерства в данном упражнении и роста гибкости вы можете приближать ваш хват к толчковому или делать его попросту уже. Итак, о разминке. Само собой, мы всегда любую тренировку с вами начинаем с общей разминки. Рассматривать ее в данном видео не имеет смысла, перейдем сразу к специальной разминке для швунга в сет. Начинаем с отдельной растяжки, с комплексной, с растяжки плечевого пояса, именно широчайших мышц, круглых мышц, трицепса, задней дельты и всего того, что отвечает у нас за то, чтобы руки хорошо заводили за голову. Затем делаем специальное упражнение, имитирующее сет в швунге. Нам понадобится либо дверной проем, либо вот такая вот рама для приседаний. Берем палку и начинаем с любого широкого хвата, уперевшись палкой в раму, как в тренажере Смита. И начинаем медленно приседать, не отрывая пятки, отводя таз назад. По мере разогрева меняйте хват и постановку ног, растягивая любые вариации низкого седа. Разминку самого швунга в сет я бы порекомендовал выполнять без разброса ног, ставя ноги сразу же так широко, как вы можете присесть со штангой над головой. Так вы акцентируете внимание на включении плечевого пояса и ни в коем случае не отпрыгните назад во время разброса ног или посыла. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Смело задавайте вопросы в комментариях, и тогда, возможно, ваш вопрос будет темой для следующего видео. Всем спасибо, ребята, желаю здоровья, удачи и новых рекордов.